Всем привет. Давайте начнем. Так, глазик. Что-то непонятно. Это кто-то светленький. Ну, что-то схожее с Дзюбой есть. Ну, я думаю, это Смольников. Я не знаю, почему, конечно. Так, ну, я не знаю, пусть будет Смольников, наверное. Я думаю, что это Игорь Смольников. Это Игорь Смольников. А, да, Игорь Смольников, я рад. Ну, не совсем голубой глаз. Я же сказал. А, все правильно. Кутеп. А, это Кутепов. Это Илья Кутепов. Это Кутя. Да. Все угадываю пока. Своих знаем. Так, это у нас... Ну, Кузяев. Это Долерчик. Так, это Долерчик у нас. Это Долерка по кличке, не знаю, куда перейду, Кузяев. Легко, Кузя. Да, по языку мне тяжело определить, если честно. У всех одинаковые, нет? Это что такое? Сладко язычком, тут с усами с такими. Кто у нас с усами? Саламыч отпадает. Газаев тоже отпадает. Так, не, подожди, это ты футболисты, да, все здесь? Да, да. Ионов, может. Не знаю. Что за рожа-то такая? Что за лицо такое? Ну, пусть будет Гиля. Пусть будет. Да нет, это не Зоба. Я почему-то Зоба думаю, но это не Зоба. Может, Дзюба? А! Усы есть у него такие, да? Пусть Дзюба будет. А, пусть это будет Жемелединов. Миранчук. Неожиданно. А, Мира. А, нет. Брат. Это что, вы вообще издеваетесь, реально? Вот это вообще издевательство. Не, ну как мне по зубам определить, а? Так, это чья улыбочка такая у нас? Так, ну точно не Соболь. Одно я могу сказать, и не Лунёв. Двое отпали сразу. На Смола похож, кстати. А Зелимхан, что ли? Нет, Бакаев, может? Я на губы не смотрю. Ну, не кудряш Федя, у Феди пухлые губы. Не знаю, короче, я не могу ответить. А, у Зеля, что с тобой? Бакаев. Да. Это что такое? Нет, ну, конечно, вот... Когда мелкая, когда просто зубы, как очень тяжело попасть. Ты тоже футболист? Так, ну может быть это... У кого такие усы? С такими усами? Не знаю, здесь вообще тяжело что-то вообще. Я с такими усами не пропустил бы человека, блин. Просто я бы каждый день бы его вылавливал. Это Дзюба, наверное. Такие усы у нас, короче, по-моему... Стоп, подожди, ну, я не понимаю, ну нету с такими усами, но ну, здесь он бреется, здесь, если это, я эти усы бы не пропустил бы никогда в жизни. Ну точно не Дзюба, Дзюба у него поменьше. Камличенко? Подождите, ну кто это? Камличенко. А, нет, Камличенко. Буду знать, что у Кома нет зубов. Это что такое вообще? Так, это у нас что-то с Хочетску. Газик, может? Это, может, Соболь, да? Это Соболь, наверное. Нет, я не уверен. Что-то там цепочка какая-то, да? Он носит цепочку. Пусть будет Соболев. Что-то у меня такое ощущение. Да. Соболев. Вот Соболь. Это что такое? Что-то это вообще непонятно. Это кто? Вот это Алехо. Вы еще меньше можете сделать? Это Марио. Марио, да. Ну, друг же, узнал. Марио? Это Марио, да? Фернандес, по-моему. Это Марио Фернандес? Да, это Марио, да, 100%. Вы, конечно, фотки рубашите. Это на меня похож, нет? Так, это у нас...
Может быть такое? Нет. А, ну, по-моему, дзюба это. Дзюба. Что-то он тут недовольный какой-то. Ну, это дзюба, 100%. Это ваш покорный слуга. Да, дзюба. Красавчик. Так, такая же прическа у нас. Вот такая. Жирков. Жирок? Это, по-моему, Аздой, мага. Может быть, Жирок у нас такая прическа? Да, у него сейчас большие волосы. Сказать. А там Аздоев был. Мага. Ну, Аздоев. Легко. А что сложного здесь? Это, по-моему, дзюба. Дзюба так постоянно делает, но я не знаю, это он или нет. Вот так вот. Женай. Долерчик, нет? Нет, долерчика, по-моему, бороды нет. Это что такое вообще? Мирончок, нет? А, Газик, что ли? Ай, Газик. Подожди, Газик так делает? Он дышит, да, часто. Газик пусть будет Газинский. Да, он всегда вот так. Газик. Ну, конечно, фотку выбрали. Устает тоже. Шуня, да? Шунин. Что за причесон такой? Шуня пусть будет, Шунин. Шуня. Не, я бы не угадал это. По лбу определяю, но... Миранчук. О, опа. Это Миранчук 100%. А какой там, пусть сами решат, я не знаю, до сих пор не различаю их. Вообще понятия не имею. Ну это... Так, родинка чуть выше, чуть ниже. Это Антон, да? Антон, да, Антон это. У Лёши так прическа такая. По-нашему чуть-чуть. Миранчук, Антон! Да я что-то вообще не могу сообразить. Рома Нойштейдер. Не, ну он же не похож, он нос светлее. Но это не он. Ну пусть будет, да не, ну какой Нойштейдер, это у него. Нойштейдер. Караваев. Да Рома? Нойштейдер? Нойштейдер. Ну я, кстати, сразу почти сказал, просто, не знаю, он светлее был чуть-чуть. Да, я так подумал. Серхио Рамос? Ой, так Кудряш недовольный, сразу видно. Понятно. Федя Кудряшов. Сразу видно недовольный Кудрин. Так, это Федя Кудряшов. Федя Кудряшов. Это или Зуба, или... Или Джанай, короче. Так, ну вот это моя прическа 100%. Зуба. Зуба, мне кажется, да, потому что вот здесь вот у него всегда такая челка этот. А, так смотри, тут я тоже есть на фотке вместе с Зубой. Джанай, да, сзади. Не, ну здесь просто Зуба всегда у него вот здесь вот есть вот такая. Джанай, а, Зуба. Она рядом всегда, если что. Это тоже подвох? Боже ты мой, что? Так, а это кто у нас? Это кто? Что за губы, я не могу понять. А что, он подрался с кем-то, что у нас? Пусть будет Семенов. Не знаю, тяжело. Ну, блин, я по губам попрыгаю, что я говорю, ты сказал, как у нас двое все, Караваев или Жирков я? Жирков? О, Жир. Жирков. Жирков угадал. Ай, Ярок. Читает свои, да, книжки? Он на всех чемпионатах был, на везде был уже. Он уже с 20 века на всех чемпионатах был. Вы картинки берете. Просто можете. Есть картинка, просто ресничка одна. Вот так, знаешь, просто ресничка поднятая, и чтобы. Здесь на поле. Один глаз, один глаз. Что-то поброди, я вот смотрю. А, это я что ли? Габулова нету в команде. Непричесанные брови только у меня. Брежнев, Габулов, то еще. А, Джика. Носки, да, какие? Картошка фри. Чего? Пусть Караваев будет. А Джика, господи. Так кто шоколадку кушает? Ну, а вот эту шоколадку ест вообще просто. Это кто кушает все время у нас?
Нет, Семен, нет, 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 подожди. Не, ну это тяжело вот сейчас, реально тяжело. Да, в сборе есть человек. Это вообще, это гениально просто. Ну, тут как бы он не в естественном положении губы. Я же не вижу, как он кушает все время. Кто на шоколадку любит? Я не знаю. А, Сэм. Ну да, но пусть будет Сэм. Есть. Ладно, пусть будет Сэм. Семенов. Нет, сложно. Да нет на сборе сейчас. Что за хитрый этот взглядик? Кто это? Это, по-моему, это Серхио, нет? Это... Ахметов, что ли? Ахметов. Нет. Сейчас представляю, если вот это поднять, расширить. Если так посмотреть. Ну, не знаю. Ну, пусть будет Ахметов, наверное, но... Если вы опять Коваленко взяли, что я вообще обалдею. Она у вас этот... А, Карпова. Тоже неплохо. А, ну, понятно, надо было сказать. Надя. Я думал, вы Ахметова вспомните. Поддержите его там туда-сюда. Все неугаданные вы. Мне просто интересно, а я победил GQ или нет?